Hey, yo, guys, с вами Шимики. Я решил лишь проходить еще одну игру параллельно с Duke Nukem 3D. И это BioShock. Ну что, начнем? Давайте новая игра тогда и начнем с новичка. Потому что, как я знаю, это тоже хоррор-игра. А я хорроры недолюблю. Так, FPS пока... 1960 год, Мид-Атлантик. Они сказали: «Сынок, ты не такой, как все. Ты рожден для подвига». Как ни странно, они были правы. По звукам, которые на заднем фоне были, получается, как авиакатастрофа какая-то была. Или что типа того. Чё-то башмак. Сумка с драгоценностями. Нам еще типа бошку пропеллером не убило. Так, я могу двигаться. Ага. Все горит, все в пламени. Так, давайте быстро сейчас по настройкам посмотрю звук. Давайте все на четверочку, я думаю. Пускай будет тогда. Да, это самолет все-таки было. Авиакатастрофа. Он тонет. Да, он погружается в воду. Маяк какой-то. На экране капли дождя. Ну, не дождя, а воды. Мрачная атмосфера, конечно. Там темно как-то. Ну ладно. Нет, 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 нет. Ни богов, ни королей, только человек. Человек создает, паразит спрашивает, где моя доля? Такая музычка сейчас заиграла, старинная классика. Наука, промышленность, искусство. Нам походу сюда нужно. Как в подводной лодке какой-то. Погружаемся на дно моря. Статуя. Рыбки плавают. Я Эндрю Райан, и я пришел, чтобы спросить у вас, разве не имеет права человек на то, что зарабатывает в поте лица своего? Нет, говорят нам в Вашингтоне, все принадлежит бедным. Нет, говорят в Ватикане, все принадлежит Богу. Нет, говорят в Москве, это принадлежит всем. Я отверг эти ответы. Вместо них я выбрал нечто иное. Я выбрал невозможное. Я выбрал восторг. Подводный город. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где ученого не стесняет ханжеская мораль. Давайте немного погромче сделаем, наверное, голос. Речь юнитов.
Восторг может стать и вашим городом тоже. Какой-то сварщик. О, кит. Большой синий кит. Но маяк горит, как адский огонь. Похоже, там самолет разбился. Мы посреди Атлантики. Как могло? Не знаю. Лучше убирайся оттуда, живее! Мутанты на подходе. Шутишь? Откуда тебе знать, что кто-то сюда идет? Потому что спускается батисфера. Значит, у нас скоро будут гости. Ход батисферы — это где сейчас мы находимся с вами. Так, и загрузка. Левая кнопка мыши открывает огонь. Или использовать плазмид. Добро пожаловать в восторг. Какой-то монстр вместо рук с крюками. Она держит крюки. Или серпы. Мутант самка. Что это с лицом? Не-не, убирайся, убирайся. Не-не-не-не-не-не-не-не. Черт, убирайся отсюда. Она сейчас к нам проберется, ёпта. Так, шкала ХП, маны. Не мог бы ты взять коротковолновую рацию? Уж не знаю, как ты уцелел в авиакатастрофе, но я вообще не любитель задавать вопросы провидению. Я Атлас, и моя задача — сохранить тебя в живых. А теперь вперед. Нам надо перебраться повыше. Вдохни поглубже и выходи из батисферы. Я не дам тебе пропасть. А можно я стану в батисфере? Она, походу, безопасная. Если так ее можно считать. Нам надо выманить ее из укрытия. Но для этого ты должен мне довериться. Восторг мертв. Мы не ваша собственность. Конец всему. Мы всплываем. Я достану тебя. Внимание всем батисферам. Перемещения запрещены. Я тут что-то вам сломал, извините. Ну-ка, тут можно? Нет, тут все. Жутко темно. Еще немного. Ну что, нравится, сестра? Будь любезен, не поищешь ли лом или что-то в этом роде? Эти проклятые мутанты заперли Джонни, прежде чем... Черт бы их побрал. Какие-то роботы... Пулеметчики. Гаечный ключик. Чувак, ты что, дикий? Зачем так делать? Радио восторга. Живые выступления каждый день, вечер. Сигареты не катаем. Добро пожаловать в восторг. Город больших возможностей. Я ее не трогал! Гад!
тебе вот это? Вернись! Парень. Мутант Гармила. Мой папа умнее Эйнштейна. Сильнее, чем Геркулес. И может зажечь огонь, щелкнув пальцами. Ты такой же, как мой папа, мистер. Нет, если ты не приходишь к саду собирателей... Пирожное восстанавливает небольшое количество здоровья. Шоколадка восстанавливает небольшое количество здоровья и Евы. Чипсы восстанавливают небольшое количество здоровья. Хорошо. Это не открывается. Что у нас тут еще есть? Так, чипсы. Макет. Улучшать себя с помощью плазмида. Типа телекинез у нас тут есть. Удар молнии. Суперсила. И огонь. Плазмиды. Нам туда, да, нужно. Открыто. Плазмиды. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Так, на shift у нас меню оружия получается. Напугало меня. Сильнее, чем Геркулес. Тот собирательный. Может зажечь... Давай. Посмотрим, что за фиговинка. О, парня штырит. Твой генетический код сейчас переписывается. Так что стой смирно, и все будет хорошо. Парниша навернулся. Мутант первый. У этой рыбки такой вид, словно ей только что отдавили хвостик. Интересно, у него еще осталось хоть немного адама? Слышишь? Пошли! Да ты просто слабак! Эта рыбка даже не достойна того, чтобы скормить ее большому папочке. Трус! И всегда таким был! С железным папочкой тебе будет не лучше, рыбешка! Что за большой папочка? Какой-то водолаз с дрелью вместо руки. Маленькая сестричка. Смотри, мистер Бабус, это ангел. Я вижу свет из его живота. Погоди, он еще дышит. Все хорошо, он скоро станет ангелом. Ты в порядке, парень? Когда принимаешь плазмиды в первый раз, это сшибает с ног. Но зато теперь самое время лезть в драку, да? Так. Так что это? Что такое? О, это задняя часть самолета. Так. Я надеюсь, что здесь ничего не сломается. Не убьет, как вот это хреново. Надеюсь, мне хотя бы голос слышно, как я говорю. Раз-два. Окей. Удар на раз-два. Я видел, он куда-то сюда побежал. Я ее так и на... Парни, эй, что-то... я уж было... Ой-ой-ой.
Тихо! Я знаю, что ты... Отвали от меня! На тебе! Добить. Так, что здесь у вас? Станция Евы. О, кошачок. Бедный кошачок. Мне жалко животных, в отличие от людей. Невматрический знак. Передайте Райну, что мне очень жаль, я больше не буду. Нет, пожалуйста, пожалуйста. О, лифт упал. Вернись, пожалуйста! Ты еще живой? Такими обжогами? Ну и мутанты. Лифт на ремонте. Простите за пыль. Дверь заклинила, но он не выбрался. Ладно, пошлите дальше. Послушай, у меня семья. Мне надо вытащить их отсюда. Но мутанты отрезали их от меня. Если сумеешь отыскать их в дарах Нептуна, тогда, возможно... Я знаю, сейчас ты, должно быть, чувствуешь себя самым несчастным человеком на свете, но ты моя единственная надежда на то, чтобы вновь увидеть жену и ребенка. Отправляйся в дары Нептуна. Найди там мою семью. Умоляю. Некому будет спеть тебе эту песенку. Так что... Ладно, я тебе помогу, как смогу. Папочка тоже. Великую цепь направляет наша рука. Почему тебя нет? Почему это все сегодня, а не тогда, когда ты был таким теплым? На добрую память. Сладким. Почему мамочка не может прижать тебя к груди и почувствовать твои зубки? Ой, нет, 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 нет! Великая цепь. Ресторан Кашмир. Плазмиды все изменили. Они уничтожали наш разум и наше тело. Мы не могли с этим справиться. Лучшие друзья убивали друг друга. Младенцев душили в колыбели. Весь город взбесился. Так, у нас есть револьвер теперь. Ну, только 6 патронов. Это плохо. На этот раз ты и правда попала, Бранда. Я же не дурак, в конце концов. Я буду делать, что захочу. Это мой Адам. Хочешь по-плохому? Или лучше по-хорошему? Я могу и так, и так. Открой эту чертову дверь! Там только шок, как это была девочка. В последний раз предупреждаю. Так, у нас есть первые деньги. Бренда! Что за идея, Чарли? Ну, хоть одного убивает. Чарли! Чарли! Куда ты делся? Вернись и сразись с женой! Так, револьвер, один патрон. Грязное место. Я бы хотел с кем-нибудь встречаться, но это место настоящее. Так, еще 8 патронов для револьвера. Мы подобрали. А вы не можете нести больше предметов. Походу 9,9 это максималка. Не трогайте ее, пожалуйста. Если заметишь в воде мутанта, бей его электроразрядом. Хорошо. Спасибо за инфу. Так, $9 всего лишь. Лучше вино, ликеры и пиво.
Так, алкоголь нас портит Еву. Мы теряем заряды. Так, мы подобрали, у нас еще есть приличное количество патронов. Так, туалет. Давайте в дамский пойдем. Я вся такая клинная. Никто меня тебе не захочет. Я не хочу уже туда идти. А давайте возьмем наш гаечный ключ. Закрытая дверь, кровь. Ну там сто пудов кто-то есть. Эй, Бренда, ты не хочешь мне объяснить, почему у тебя вот уже 3 недели в стене уборной дыра, как от метеорита? Нет, я, конечно, не Шекспир, но все-таки пытаюсь руководить приличным театром. Ко мне приезжают из порта Нептуна, хотят немного развлечься, а тут это вонь у тебя из выгребной ямы. Наведи порядок. Ну, так и знал, в принципе, что там кто-то есть, поэтому... Так, раковина. Да, водичка чистая, конечно. Достойна этого места. Знаете, я вот смотрел на вот эту картиночку, и мне стало знакомо вот на... Помните? Или видели вот игру Fallout? Ну, все равно какая часть, но лучше там третья New Vegas. И там есть такие куклы, типа, которые нужно собирать коллекцию. И вот так, похож на него. Осторожно. И будь любезен, опусти оружие на секунду. Думаешь, там ребенок? Не обманывай себя. Она теперь одна из сестричек. Кто-то пришел и превратил очаровательную малышку в чудовище. То, что ты считал добром и злом там, на поверхности, здесь, в восторге, не имеет никакого смысла. Эти сестрички — носительницы Адама, генетического материала, на котором держится все в восторге. Все его желают. Всем он необходим. Она ж собирает кровь и пьет ее. Фу-ху, прикладом ее уложил. Это большой папочка. Я бы не хотел быть его врагом. Так, револьвер, патроны. Счастливый парень Сандера Каэна. Так, больше тут ничего нету. Открыто. Сад Евы. Надеюсь, было весело.
Ага, с револьвера может только убить с двух патронов. Хорошо. Запомни. Жасмин Жолен. Похоронное бюро эконом-класса. Так, револьверы. Вот три патрона как раз. Мы ничего не потеряли, даже еще получили один патрон. Сейчас перезаряжусь на всякий случай. Так, а мы отсюда пришли. Что такое дикий? Ну давай! Черт возьми! Ты что потерялся? Парень, ты что потерялся? Они говорят и говорят, но в итоге ничего не могут предложить обществу. Разве что несколько лишних ртов. Как жаркое. Альтеизм. Корень всего зла. А, альтруизм. А, вы что, убили большого папочку? $33. $33 это нормально. Так, давайте F5-ку быстро сохранением сделаем. Так, нам туда показана сводка новостей. Да, что там было? Дары Нептуна, получается. А здесь у нас медицинский павильон. Давайте в туалет сходим тогда. Все будем осматривать. Все заколки, все места. Так, бинты. Походу тут ничего такого нету. Аптечка есть. Ладно, послышалось. Ладно, тут в принципе... О, ящички. Контейнер. Зря я выпил. Так, деньги. А, идемте. Тревога включена. Электрические картели. Картели, кажется, патрон для дробаша. Так, еще партия. Где моя сестра? Это Райан. Эндрю Райан, будь проклят. Да, было очень весело. Он перекрыл доступ в Нептун. Есть другой путь. Вперед, в медблок. Чего ты ждешь? Ну, нужно посмотреть трупы, алло. Спешите. Так, еще одна где-то женщина здесь должна быть. Алло, где еще трупочки? Ладно, я вас понял, пошлите отсюда. Заряд Евы мне нужен. Не, он один раз стал. Ну, чтоб запасный типа был еще. Медицинский павильон. В ловушке. Надо попытаться открыть выход прямо отсюда. Ну, я на тебя надеюсь, Атос. Так скажи мне, друг, какие мерзавцы тебя послали? Волки из КГБ? Или шакалы из ЦРУ? Послушай, восторг — это тебе не затонувший корабль, который можно грабить. А Эндрю Райан — не наивная девочка, которую правительство может обвести вокруг пальца. На этом все. Гудбай или до свидания. На любом языке, на каком пожелаешь. Гудбай. Кто тебя звал? Атлас, у меня проблемы. Ладно, давайте возьмем револьвера. Его убьем сразу. Бежим, бежим. Давай шустрей. Так, медицинский павильон.
Целься всегда в голову, так вы наносите больший урон. Спасибо за информацию. Очень полезно. Я даже не догадался бы. Так, игра сохранена. Космический кабинет доктора Штаймана. Я думаю, давайте на этом закончим пока что. В следующий раз продолжим. Ну, что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Спасибо, что были со мной. Всем удачи и пока.